Разница в возрасте. Ты должна встречаться со своим ровесником. Ты должна найти себе кого-нибудь постарше. Для меня такая разница в возрасте неприемлема. Мне вообще кажется, лучше собаку завести. Он что, старше тебя? Насколько? Младше? Он же совсем ребенок. Разница в возрасте должна быть не больше 5 лет. Мужчина должен быть старше женщины минимум на 10 лет. Я считаю, что такая разница в возрасте неприемлема. Мужчина младше — это неприемлемо. И чем вы с ним занимаетесь? Ты ему помогаешь уроки делать, наверное. Если мужчина младше — это катастрофа. Ты должна найти себе кого-нибудь постарше. Женщина должна быть младше мужчины, ну, лет на 5 точно. Я считаю, что женщина должна встречаться только со своими ровесниками. Оптимально 4 года. Мне кажется, лучше завести собаку вообще. Ты не должна встречаться с тем, кто так сильно старше тебя. Ровесники — это несерьезно. Ты должна найти себе кого-нибудь помладше. Все мужчины развиваются медленнее женщин, поэтому он старше тебя. Мужчины моего возраста еще дети. Понятно. Зачем тебе вообще это надо? Лучше собаку заведи. Ты должна найти себе кого-нибудь постарше. Никто никому ничего не должен. Меня безумно возмущает, бесит, до зуда в коленях подобные позиции. Как вообще можно кому-то навязывать свое мнение о том, кому какой человек подходит? Мне это непонятно, но подобные принципиальные позиции, свойственные людям юным, меня это в некоторой степени успокаивает. Видео будет, наверное, очень коротким, потому что тут особо нечего-то и говорить. Мы, слава богу, живем в то время, в которое никто никого ни к чему не принуждает, не заставляет. Мы сами делаем свободный выбор, и партнера, спутника жизни мы выбираем, исходя из собственных чувств. И это самое важное, поэтому как можно вообще говорить о том, что я никогда не буду встречаться с человеком, который меня старше или младше, или я не воспринимаю своих ровесников, вот это вот все. Я считаю, что ты просто встречаешь человека какого-то, и ты испытываешь к нему чувства. Он тебе нравится внешне, внутренне, вы друг другу подходите, чувствуете, что вы родственные души и все такое. Все время, когда меня спрашивают про мое мнение о разнице в возрасте, говорю такую вещь. Представьте, что вы встретили какого-то человека, который вам понравился. Вы не знаете, сколько ему лет, сложно так сказать, можно дать от и там до. Вот вы с ним там сходили, с этим человеком на несколько свиданий, и вам вообще так классно вместе, вы говорите обо всем. И вдруг в какой-то момент он говорит, там, или она, ты знаешь, а я вот там старше тебя или младше. И вы отвечаете, ой, все. И несмотря на свои чувства, на страдания, вы уходите, рыдаете там, но нет, у нас есть позиция. Это абсурд, это бред, это просто какая-то хрень. В отношениях главное чувство, главная любовь, главное то, что вы испытываете к человеку. И совершенно не важно, какого он пола, возраста, какой его цвет кожи, не знаю, цвет волос. Вот тоже мне очень нравятся все эти прикольчики. Я встречаюсь только с брюнетами. Мне не нравятся мужчины с карими глазами. Мне нравится только мужчина от 1,85 м. Что это за бред? Как будто мы на рынке выбираем реально кусок мяса. Просто какая-то хрень. Ты встречаешь человека и просто тебя к нему тянет. Чаще всего случается так, что тот человек, которого вы полюбите, вообще ни в одном месте не соответствует тому идеалу, который вы себе придумали в голове. Так бывает почти всегда. Как раз именно, наверное, в такие моменты разлетаются на атомы и частички все вот эти ваши принципы и пожелания. Потому что выбираем у человека сердцем, телом. Люди, которые подходят друг к другу, люди, которые созданы друг для друга, они неосознанно начинают тянуться. Это всегда магическая такая история. Не нужно никого слушать, не нужно ни на кого равняться, не нужно пытаться жить так, как правильно, так, как нужно, так, как кто-то там где-то сказал, написал. Вот это все вообще, кажется, нужно сжечь. Сжечь, выбросить, забыть навсегда, потому что жить нужно ради себя. И я сейчас рассуждаю не как инфантильный ребенок-максималист, нет. Понятное дело, что не нужно забывать о чувствах тех, кто вас окружает, но когда вам нужно сделать выбор партнера, выбор, не знаю, машины, дома, выбор работы, выбор хобби, занятия, делайте так, как вам хочется. И если вы 20 лет работали на одной должности, а потом вы вдруг поняли, что это вообще не ваше, и на самом деле вы хотите танцевать танго, идите и танцуйте танго, потому что
лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. У-ху! Я ни в коем случае не навязываю свое мнение, я никому вообще, опять же, ничего не внушаю. Я просто говорю то, как чувствую это я, как я отношусь к подобным вещам. Я действительно считаю, что возраст — это, ну, вообще последнее, на что нужно смотреть. Я с осторожностью отношусь к парам, в которых, допустим, мужчина старше женщины на 25, на 30 лет. Хотя такое тоже бывает, и я не имею права их осуждать. При всем при этом, среди моих знакомых есть очень много пар, где мужчина младше или женщина младше, сильно и не очень сильно. В общем, такой, знаете, там разброс от 5 и до там лет 15 точно. Главное то, как люди друг с другом себя чувствуют, как они друг с другом себя ощущают. Если они счастливы вместе, если они гармоничны вместе, вот эта гармония — это очень важное слово. Если они любят друг друга, если они чувствуют себя единым целым, чувствуют себя семьей. Какой нахрен возраст? Если вы встретили человека, если вы начинаете себя сами отговаривать от него, то есть говорить себе: блин, но он же сильно старше, карие глаза. Ну, короче, если вы себя постоянно ловите на подобных мыслях, значит, не особо-то вам этот человек нужен. Когда встречается тот, кто вам предназначен судьбой, кто вам подходит идеально, то не возникнет подобных мыслей точно, вообще. Вам будет просто насрать. Абсолютно насрать. Вам будет просто хотеться быть с этим человеком всегда рядом и не разлучаться с ним. Если вы стесняетесь своего любимого человека перед кем-то, значит, он не такой уж любимый человек. В заключение, да, скажу еще раз, что слушайте себя, слушайте свое сердце, любите. И никогда, пожалуйста, не пытайтесь жить так, как нам навязывают общество и какие-то правила. Все полная херня. Я вас всех очень сильно люблю и увидимся в следующем видео.